Всем привет. Короче, пришел мне этот Акропович выхлоп. Вот я его поставил. Немножко потрахался, конечно, но поставил. Стал, в принципе, как родной. Вот. Пришлось отрезать стандартную банку. Ровненько как раз она отрезается. И дальше тут эти всякие привариваются. Это насопливил, конечно. Сейчас мы посмотрим, как он звучит. Получается, здесь есть у нас три уровня громкости. Это будет самый первый. Офигенный звук. Офигенно, просто офигеть. Такая вот хернюшка достается и сзади. Сзади глушака. Вот отсюда выкручивается снизу. Здесь вот есть с этой стороны заглушка такая. Сейчас мы выкрутим эту заглушку и вставим вот эту штуку. Это будет второй по громкости средний уровень. Послушаем, как он звучит. Так, на этот раз вообще все вынял, поэтому будет жара.